Ну, что касается Гельмана, я думаю, в первую очередь человек должен понимать, да, что даже в искусстве есть определенное искусство, должно регламентировать закон. Закон, в первую очередь, регламентирует то, что происходит у нас внутри России, да, и даже искусство, понятное дело, что оно должно понимать, если оно что-то печатает, рисует, издает, особенно это показывает во всех средствах массовой информации, то они такие же самые граждане Российской Федерации и также отвечают перед законом о том, что они, извини меня, демонстрируют. Я хочу сказать, что если он одумался, да, сейчас, то он сделает очень правильную вещь, что он не будет дальше распространять то безумство и, будем говорить, ту порнографию, которую я видел, например. Я поддерживаю полностью власть и считаю, что его правильно наказали. И закат его карьеры не закончится только в том случае, да, если он поймет свои ошибки.